Добрый вечер. Обратно я, Пек. Сегодня у нас материал необычный. Я вас сегодня проведу в бэкстейдж цирка де Суле. Как вы видите, канадцы привезли с собой целый городок, который они построили, по-моему, за 7 дней. Около 6 месяцев назад к нам обратились в бар City Space для того, чтобы мы разработали коктейль, который они бы могли назвать в честь шоу. Шоу в Варикай. Построили бар. Сейчас я вам покажу. Поменьше болтовни, побольше дела. Ну, как видите, вот здесь все наши заготовки, сливки, все дела. Это вы нигде не увидите. Вот он наш маленький барчик в цирке де Суле. Очень такой симпатичный, я бы даже сказал, да? Что здесь обсирать? Здесь все нормально, все вкусно, все на высшем уровне. Пойду сделаю 3 lemon drop мартини для ребят из цирка. To replace Cointreau. That face that you speak. Your best is very good. Well, Cirque du Soleil is 25 years old, so we've been eating for 25 years, but it's the first time we've come and ate anything in Russia, so it's been an interesting experience for us coming here with a show.